Всем привет, меня зовут Марина, и сегодня я буду стряпать песочный пирог с ягодой. Наконец-то у нас пришло лето, а это значит, что пора ягоды наступила. Пирог у нас сегодня будет жимолостью, то есть вот у нас жимолость, это домашняя жимолость с дачи, то есть у родителей. Это все продукты, которые нам понадобятся. Список продуктов, как всегда, вы найдете в описании под видео. Начнем готовить. Тесто у нас будет песочное. Высыпаем стакан муки. Сюда добавляем 100 грамм сахара. Все это хорошо перемешиваем. Чайную ложку разрыхлителя. Добавляем чайную ложку разрыхлителя. Хорошо все перемешать нужно. И теперь добавляем масло. Перед тем, как начинать готовить, нужно, чтобы все продукты, особенно яйцо, масло, были комнатной температуры. То есть масло у нас должно быть мягкое. Такое оно мягкое. Можете использовать либо сливочное масло, либо маргарин. У меня здесь маргарин. Все, и мы это начинаем хорошо переминать. Все, мы сейчас начнем это мять, то есть масло с мукой. Должна получиться однородная масса. Хорошо переминаем. Муки, ну, не должно остаться, то есть масло должно среагировать, скажем так, с мукой, то есть вот такая вот у нас, скажем так, плотная крошка должна получиться. Тесто должно быть таким мягким, эластичным, ну и вообще не должно оно прилипать к рукам. То есть вот такое вот тесто. Ну, это еще не тесто, мы еще яичко сейчас будем добавлять. То есть оно вот такое получается. И вот в это тесто мы добавляем яичко. Добавили яичко и дальше переминаем тесто. Муки я добавила меньше, чем нужно было, поэтому добавляем немножко муки, чтобы у нас тесто получилось однородно и не прилипало к рукам. Вот такое у нас тесто получилось. Оно, ну, не липнет к рукам, в принципе. Вот. Его мы сейчас нужно будет... Тесто нужно будет убрать в холодильник. Где-то на час, на полтора в мешочек положить. И убрать в холодильник где-то на час, на полтора, чтобы оно полежало и отдохнуло там. Пока у нас тесто лежит в холодильнике, мы сделаем начинку. Так, творог. Творог это, кстати, домашний. Я варила его сама из домашнего козьего молока. Как я варю творог, я оставлю ссылку под видео. Ссылку на описание. Так, в этот раз у меня вышло, у меня вообще на самом деле творог
всегда получается по-разному. Вот в этот раз у меня получился вот такой рассыпчатый. Ну вот, предпоследний раз, когда я готовила, он получился более такой вот влажный. Мне вот влажный больше нравится. Здесь вот получился он рассыпчатый такой. В творог добавляю сахар и сметану. Сметаны добавляю 3 столовые ложки. Должна получиться такая, ну, хорошая однородная масса творожная. Посмотрим, если вдруг будет мало, можно будет еще добавить сметаны. И все, вливаю это блендером. Так, сейчас я проверю. В принципе, да, нормальная получилась такая жиденькая. Хорошая масса. Видишь, получается вот такая масса. Чем мягче будет творог, тем будет нежнее начинка. У меня в этот раз он более рассыпчатый, поэтому ну, здесь как бы крупинки вот видно. Оставляем, поставим нашу начинку в холодильник. Она там пускай постоит минут 10-15, и пока она будет стоять, я раскатаю тесто. Раскатываем наше тесто. Тесто у меня вот такое получилось. Его раскатываем. Немножко присыпаем муки. Тесто вытаскиваем. Оно получилось вот такое. В принципе, к рукам оно не липнет. Немножко его сейчас обваляем в муке и раскатаем. Лишнюю муку, если она у вас получилась, можно отодвинуть, то есть убрать в сторону. И уже вот из этого вот комочка мы сейчас будем с вами катать. У меня вот такая форма. Я ее застелила, ну, на низ положила пергамент, чтобы проще было вынимать. Вот она должна быть вот как минимум вот такой. И где-то вот до сюда должны быть примерно бортики. Ну, это то, что у нас будет начинка и ягода. Ну, то есть заполнение. Толщина примерно, ну, трудно сказать, ну, наверное, где-то около сантиметра, там плюс-минус. У меня получится, наверное, около сантиметра, смотря сколько у вас теста получится. У меня вот тесто в этот раз получилось немного больше, чем обычно. Не знаю, из-за чего, может быть, яйцо. Я же добавляла муки еще. То есть у меня яйцо было, наверное, большое какое-то. Тесто получилось жидковатым. Я добавила еще муки. То есть его примерно делаем таким, ну, одинаковое, чтобы оно примерно было по толщине. Даже руками получается проще, чем... Да, руками даже проще, чем скалкой раскатывать. Даже руками получается проще, чем... Да, руками даже проще, чем скалкой раскатывать. Так. Ну да, где-то вот такое у меня получается. Сейчас его переложу. Так.
Так вот я укладываю. Краешки мы тоже, края, углы, вернее, углы мы тоже равняем, чтобы было ровно, красиво. Вот примерно вот так у меня получается. То есть ровненькие края вот так укладываем. И сейчас на низ мы будем ложить творожную начинку. Прежде чем укладывать начинку, я вот так вилкой дно сделаю, это чтобы оно лучше пропеклось. Вилочкой просто. Ну, вот так вот вилочкой просто сделала, чтобы лучше пропеклось тесто внизу. И укладываю нашу начинку. Хорошо разравниваем ее. И сверху уже укладываем ягоду. Закрываем всю поверхность начинки творожной, чтобы было все видно ровненько и красиво. Все, вот такой вот у меня пирог получился. Отправляю его в духовку на 180 градусов, где-то минут на 30-40. Смотрите по своей духовке, потому что духовки у всех разные. Возможно, у кого-то больше, у кого-то меньше.